В этом видео мы будем делать классные костюмы на Хэллоуин из конфеток. Да, все верно! Я собираюсь показать вам 6 DIY-идей, используя маршмеллоу, зефирки и конфетки. Вкусно! Всем привет! Скоро у нас очень интересный праздник, один из моих любимых – это Хэллоуин. Я долго думала над костюмом и решила, что Хэллоуин ведь не обязательно должен быть страшным. Можно сделать и милый костюм, нежный. Я подобрала несколько идей для этого образа. В этом видео я покажу, как сделать всякие женские аксессуары из конфеточек. Поэтому оставайтесь со мной и поехали! Хорошо, прежде чем начать, я решила накрасить свои ногти 2 яркими цветами лаков, которые отлично подойдут к дальнейшему костюму. Я покажу вам, как соединить маршмеллоу вместе, чтобы превратиться в нежную зефирную принцессу. Это будет очень красиво, сладко и нежно, что идеально для каждой нежной девочки. Для начала создания костюма мы будем делать колье из маршмеллоу. Возьмите маршмеллоу по вашему выбору. Я выбрала фруктовые, они очень вкусные и выглядят очень мило, не так ли? Сделать зефирное ожерелье очень просто. Возьмите кусочек нити с иголкой и протолкните ее через зефирку. Мне нравится чередовать формы и цвета зефиров по ходу создания ожерелья, чтобы сделать его красочным и интересным. Вы можете сделать его длинным, чтобы обернуть вокруг шеи 2 раза, или же более коротким, как собираюсь сделать я. Этого достаточно, так что я могу отрезать нитку и завязать их один конец другим. Давайте продолжим делать аксессуары с помощью большого количества DIY зефира. Конечно же, нужно чем-то задекорировать волосы. Я решила взять пластиковый ободок и облепить его зефирками. Для этого нам понадобится горячий клей, и я решила добавить для разнообразия еще мармелад в виде лимона. Теперь просто последовательно обклеиваем ободок. Получается мило. Пришло время превратить эти недорогие синие очки в самые удивительные и необычные очки для вашего образа. Как мы будем это делать? Использовать леденцы. Нанесите точку клея на раме очков для первой конфетки. Вы можете использовать другие варианты конфеток или, к примеру, мармеладные бобы. После того, как вы обклеили оправу очков, можно еще добавить сладкой посыпки на стеклышки. Для этого мы наносим клей ПВА на стеклышки. Затем высыпаем на них кондитерскую посыпку. Мне нравится быть щедрой, потому что хочу, чтобы посыпка заполнила полностью стекла очков. Теперь эти очки можно использовать для различных вечеринок и проводить дни рождения.
Это такая недорогая DIY-идея для создания Хэллоуин-образа. Кучу фотографий в Инстаграм гарантированно. Еще одна сногсшибательная DIY-вещь, которую ты будешь учиться делать, это браслет из пластиковой бутылки. Вам для этого понадобится пластиковая бутылка, или, как в моем случае, пластиковый стаканчик, канцелярский нож или ножницы, горячий клей, утюг, мармеладки и маленький маршмеллоу на ваш выбор. Отрежьте верхнюю и нижнюю часть стаканчика. Теперь включите утюг и небольшими движениями прислоняйте острые грани будущего браслета. Прислоняйте, пока грани немного не оплавятся. Наш браслет готов быть украшен. Мы будем украшать его мармеладками и маршмеллоу. Но если вы хотите носить разные браслеты каждый день, то можете использовать разные варианты, например, с драгоценными камнями, цветами, кнопками или обрисовать акриловыми красками. Но так как я делаю костюм на Хэллоуин из конфеток, то буду придерживаться этого стиля. С помощью моего клеевого пистолета я сделаю свой браслет вкусным и сладким, что делает его уникальным среди других браслетов. Это кажется довольно невероятным, что мы только что сделали браслет из пластикового стаканчика. Так доступно и совершенно потрясающе. Самая большая часть нашего костюма – это, безусловно, красивая пачка. Это то, что делает костюм настолько девчачьим и сделает из вас принцессу. DIY-юбку на самом деле сделать очень легко. И я покажу вам, как ее сделать с нуля. Сначала вам понадобится ткань тюль в любом цвете. Обычно для пачки используется более жесткая тюль, но я выбрала более мягкую и нежную. Я порезала тюль в кучу полосок 15 на 80 сантиметров. Сложите кусок тюля пополам и обвяжите петлей вокруг основной поясной веревки. Я добавляю тюль плотно и в несколько слоев, чтобы сделать пачку непрозрачной. Продолжайте добавлять полоски, пока не почувствуете, что уже достаточно, чтобы покрыть вашу талию. Я в первый раз делаю DIY-пачку, и мне очень понравилось, как легко и быстро это делается. Хорошо, пачка сделана! Но так как мы делаем костюм зефирной принцессы, я решила склеить кучу зефиринок на мою пачку. Я использую горячий клей, чтобы прикрепить ее к юбке. Именно горячий клей очень хорошо крепит разные поверхности друг к другу. Каждая принцесса нуждается в волшебной палочке. Я права? Ну, не совсем волшебная палочка, на самом деле больше как волшебная вещь. Просто возьмите деревянную палочку или китайские палочки, как в моем случае, и воткните сверху нее одну или две зефирки. Далее, для того, чтобы сделать палочку более женственной, добавим еще маленьких конфетных сердечек по бокам. Получается очень мило и нежно. Макияж можете сделать на свой вкус. Я решила сделать легкий и непринужденный. Нанести немного пудры и подвести глаза. И немного разнообразить губы гримом. Как вы можете видеть, я надела под пачку белые колготки, а сверху нежный топ-блузку. Я люблю все в этом костюме. Я думаю, что это выглядит очень красиво, плюс это супер легко сделать. А также это очень доступно. Зефир недорогой, и тюль-ткань тоже одна из недорогих тканей. В жизни я так не одеваюсь, но мне очень понравилось одеваться в образ зефирной принцессы в течение дня, когда мы это снимали. Ну вот и все, у нас получился полноценный образ. Вот такой интересный образ у нас получился на Хэллоуин. Если вам понравилось и вы хотите, чтобы я снимала такие ролики дальше, поставьте лайк. Пишите в комментариях свои любимые образы на Хэллоуин и вообще, празднуете ли вы этот праздник, где, с кем и в каком образе. Если у вас есть идеи какого-нибудь образа, вы можете также написать в комментариях, и мы попробуем его повторить. До новых встреч! Пока!